добрых слов от зверей ему поклон. Что же делать, как же быть? Где слона похоронить? Думали, гадали, слесаря позвали. Валя, парень был простой, только что с похмелья. Предложил за упокой, ну, чтобы без веселья. Собралась толпа зверей, рыб, собак и голубей. Разместились тут и там, слово взял и попотам. Чтобы тело схоронить, нужно где-то ямку рыть. Он хорошим был слоном, вот его и поменем. Тут поднялся царь зверей и сказал: полней налей. Я в работе тоже царь, только нужен инвентарь. А идите вы все в баню, закричал тут слесарь Ваня. Там работает мой зять, там лопаты можно взять. По одной еще налили, и на этом порешили. Хоть ты зверь или работник, все на яму на субботник. Дружно кинулись гурьбой, и слон в земле обрел покой. Сказка ложь, намек, мораль одна. Чтобы схоронить одну слона, нужен крепкий коллектив, инвентарь и реактив. Нужен крепкий коллектив, инвентарь и реактив. В общем, водка или вискарь, реактив и инвентарь.